Добрый вечер, Гомель. Надеюсь, настроение у всех праздничное. Представляю, как сейчас в каждом доме готовится к встрече Нового года. Кто-то еще наряжает елку, кто-то доупаковывает подарки, ну а кто-то гуляет по сверкающим улицам. Вот интересно, как готовятся к встрече Нового года наши музыканты. Давайте прямо сейчас и узнаем. Сегодняшний праздничный добрый вечер посетил автор и исполнитель, руководитель Гомельского клуба авторской песни Вячеслав Корса. Сегодня у нас в гостях. Слав, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. И с наступающим тебя, с Новым годом, с Рождеством. Спасибо. Всех благ, как говорится. Взаимно. Слав, ну расскажи нам, вот как ты, как барды вообще готовятся к празднику? Как обычные люди. Чаще всего, потому что мы и есть обычные люди. Вот. Ну, обычно Также наряжаем елку, также и бегаем, ищем подарки детям, близким. Вот. Также немножечко суетимся, вот, также думаем, где еще быстренько так это вот чуть подзаработать последние дни предновогодние. Вот, кстати, действительно, ведь обычно Новый год это время концертов для музыкантов, и я знаю, что многие в новогоднюю ночь работают, ты как? Ну вот люди, представители, скажем так, жанра авторской песни, да, к которым я частично отношусь, они как бы не в тренде в смысле новогодних праздников, и гитара нынче тот инструмент, с которым так, наверное, не шибко приглашают по корпоративам новогодним. Очень зря. Вот. Ну, может быть. Но что касается меня лично, то я вот всегда пас, даже несмотря на то, что я не только, скажем так, музыкант под гитарный такой, да, то есть я с более музыкальными проектами вот связан, но я никогда не ведусь на Новый год, никогда не выступаю на Новый год. У меня принцип никогда. Новый год – это семейный праздник, тем более у меня у жены 31 декабря день рождения, поэтому у нас это… Такое двойное торжество. Это табу, никаких праздников, даже за большие деньги. Расскажи, как будет проходить твой праздник в этом году? Что, скажем, какие особенности будут этой новогодней ночи? Ну, особенности... Ну, ты человек креативный, поэтому спрашивай. Нет, особенности у нас вчера возник вопрос такой, когда мы начали ставить елку, где ее ставить, потому что мы недавно... вы же переехали в деревню, жить, можно да? так сказать. У нас новая квартира, в которой мы живем, и у нас обычно так принято, что елка стоит там, где Новый год празднуется, в том помещении. Но мы так еще до сих пор не определились, где мы будем, собственно говоря, праздновать, где будет стоять стол. Ну, уже пора, мне вот, кажется, да. Да, но елка в итоге стала у детей в комнате, а мы пока еще вот даже ничего не знаем, где мы будем. Ну, вот, в самый последний момент решим. Вот знаешь, что ты расстроил? Ты сказал, что в новогоднюю ночь почему-то не принято сегодня, чтобы звучала гитара, песни под гитару. А нет. Вот в вашем доме 31 числа вот эта новогодняя ночь, она гитара есть, звучит? Ну, если на это будет какое-то требование, да, вот со стороны детей там или жены, да, то скажут, да, конечно, папа, достань-ка гитару, папа, давай-ка споем. Вот. Хотя, скажем так, вот, наверное, когда я был внебрачный человек, да, вот, когда у меня было, я был в межбрачный период там, или добрачный период, да, конечно, когда мы встречали Новый год большими компаниями, без гитары Новый год было представить просто невозможно. Вот и я говорю, что... дорогие друзья, представить Новый год без гитары практически невозможно. Если это компания... Давай создадим вот прямо сейчас новогоднее такое мандариновое настроение, сыграй нам что-нибудь. Ну, давайте, я спою песню, которой уже более 50 лет, это песня «Старше меня». Вот «Новый год в Крыжовке» – это такой белорусский автор-исполнитель Арик Круп. И вот как для меня эта песня – самая такая яркая новогодняя песня, которую я, скажем так… Нет, их много новогодних ярких, но это вот одна из таких вот очень теплых, снежных, интимных. И вот, ну, короче, вы сами все поймете. Да, давай послушаем. «Что случилось со мной? Видно все стороной, видно книги не впрок, видно возраст пустяк. За лесною стеной ожил мир озорной, и жар птицы трепещет в антенных снастях. С утра с землею поделилось небо небом, а может, это снег на небеса похожий. Не верить миру добрых сказок ты не требуй. В ночной Крыжовке этот мир внезапно ожил. Вот вышел из лесу на старых лыжах леший, в мохнатой шапке и с зеленой бородою. Вот к заповедному колодцу ведьма чешет, спешит наполнить ведра свежей водою. Но не злы чудеса в белорусских лесах, просто в зиму все спуталось день
или год. Лишь кукушка в часах, все стоит на часах, да за снежной горой электричка поет. А старый леший не завертит глухомань, чайком напоит, от моей прикурит спички. Покажет лес, а коль запутаюсь в тумане, заветной тропкой доведет до электрички. От козней старой ведьмы больше не страдаю, а я испорченный приемник ей налажу. Мне по лыжне она за это нагадает и все про дальнюю дороженьку расскажет. А случится замлет, у печи старый кот перестанет царапать когтями метлу. Я поверю, вот-вот чудо в дом забредет, отряхнет снег и лыжи поставит в углу. Зайдет снегурочка на свет свечи неяркий, на звон гитарных струн и песенки негромкой. Зайдет и станет новогодние подарки всем раздавать из вышитой котомки. Подарит год, в нем будут праздники и будни. Подарит каждому хоть на минуту крылья, и горе легким будет, счастье будет трудным. Вот так зима моя смешала сказку с былью. Вот так зима моя смешала сказку с былью. Захотелось мне встретить Новый год в Крыжовке. Это же я да, знаю... это под Минском. Под Минском. Я да. только единственное место знаю, которое так называется. Недалеко от Раковки там вот это. Оказывается, именно там водятся лешие, Баба-Яга. Да. Вообще, конечно, удивительная песня. Такое чудесное, согласитесь, дорогие друзья, такое предновогоднее настроение. Белорусское. Белорусское. Но не злые чудеса в белорусских лесах. Слушай, Слав, ну вот не могу не спросить. Самая необычная новогодняя ночь, может быть, какой-нибудь забавный случай, связанный с 31 декабря у тебя есть? Ну вот у меня нету, но я расскажу про случай, который произошел с моим одним товарищем. Вот, даже, это же не анекдот, это действительно реальная история такая. Один мой товарищ, он такой любитель пошуметь, вот, любитель пошуметь, в плане встретить так весело со спиртным там такого. И вот он, ему нужно было 2 января рано утром улетать в Красноярск, в командировку, да. И вот он праздновал с друзьями, и до вечера 1 января не ложился спать, а 2 у него утром самолет в Красноярск, а он из Москвы летел. И вот он решил, ну ладно, поставлю я себе будильник, в виде будильника на музыкальном центре, на хорошем, дорогом, на всю мощность, композицию «Рамштайн», которая ровно в 4 утра заорет, и я проснусь. Ровно в 4 утра на весь дом включился «Рамштайн» по полной программе, важны, да. с такими басами. Вот, он выключил и улетел в Красноярск на 2 недели. На следующее утро таймер сработал. И так было две недели, пока он не вернулся из Красноярска в Москву. Слушай, ну ты знаешь, мне кажется... Кому-то новогодние каникулы. Я боюсь, но для многих, наверное, станет необычной и эта новогодняя ночь. Все-таки смех смехом, но учитывая эту эпидемиологическую ситуацию. Вот, кстати, ты уже вот маску медицинскую нарядил, украсил дождиком? Ну, надо будет, да, надо будет доделать. Ну, ты знаешь, вот самый, кстати, интересный такой популярный анекдот, который я вот слышала, новогодний анекдот этого года. Ну, смысл такой. Весь год собирал на отпуск, думал, что на отпуск, и оказалось, что на карантин. Ну, к сожалению, да, приходится улыбаться даже и над такими событиями. Расскажи свой новогодний анекдот. Ну вот я, собственно говоря, в качестве новогоднего анекдота рассказал эту историю. Давайте вот будем считать, что мы тут сейчас споем. На самом деле, дорогие друзья, меня очень радует вот этот вот наш такой народный оптимизм. Под Новый год действительно очень хочется верить в лучшее, а значит, хочется верить еще и в какие-то лучшие приметы. Кстати, ведь 1 января 2021 года, ведь это же приходится на пятницу, а мне кажется, что плохой год в пятницу не начинается. Итак, дорогие друзья. Да, пятница это... Напоминаю, хороший что мы день. Сегодня да, готовимся к Новому году вместе с автором и исполнителем Вячеславом Корсой. И, кстати, Слава, у тебя песня. Так. Зима, лето, что-то есть такое в твоем репертуаре? Сейчас. Вот есть такая песня одна у меня. Значит,
Я вообще очень люблю демисезонные песни, в которых осенняя песня про весну, а вот это есть такая зимняя песенка... Про лето? Зимняя песенка про лето. Пам-п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 ам. Все возможно, я возможно, я сегодня уезжаю. Все границы и таможни не страшат меня нисколько. Где-то пальма машет лапой, и блестит звезда в лагуне, и поет рыбак на шхуне о своей любви. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Вот машина у подъезда, 2 часа до самолета. Волноваться бесполезно, 2 недели беззаботные ждут меня у океана, где прибой с дорожкой лунной и споет рыбак на шхуне о своей любви. Вам-пам-па-вам-пам-пам-па-вам-пам-пам-пам-пам. Над столицей серой тучей день январский наползает, искрится снег колючий, и сомнения терзают. Неужели там и вправду от жары не затоскуешь? И споет рыбак на шхуне о своей любви. Па-вам-па-вам-пам-па-вада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 -
зиму. Ну, зима – это Новый год. Вот, лето – это зиму отпуск. Очень. Моя дочка очень любит зиму. Папа, когда будет зима? То есть папа, песня, ну, когда эта будет песня, зима? Наверное, одна из ее любимых. Слушай, Слав, скажи, а у тебя есть любимая новогодняя песня? Ну, может быть, ну, не собственного, даже сочинения? Да, конечно. Интересно. Это всем известная, многим известная песня «Диалог у новогодней елки». Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это закончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я это слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и яркие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечная ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный, шар со свечой внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пай-дай-да-дай-дай. Слушай, я не знала, что вот эта моя любимая песня из кинофильма «Москва слезам не верит» называется «Диалог у новогодней елки».
Удивительно, оскароносный фильм, да? Я знаю, там какая-то история даже связана да, с ней. Да, во-первых, история то, что я ее, собственно, я никогда не пел. Я сегодня вот перед первый эфиром, раз это да, премьера. Попробовал ее, попробовал спеть, потому что я много раз ее всю жизнь слышал. Во, я знаю, получилось, поэтому, супер. Поэтому, вот, да, действительно, с этой песней даже может, скажем так, во-первых, история самой песни, самих стихов, то, что Левитанский написал это стихотворение в 70-м году, в день 100-летия рождения Владимира Ильича Ленина. И его не хотели апрель. Публиковать из-за того, что апрель там в журнале «Знамя», из-за того, что апрель, что-то будет апрель. Да, там, что-то вот, будет. Вот. И в журнале заменили апрель на слово «капель». Что же за всем этим будет? Да, будет «капель», да. Ну, в любом случае, мы знаем песню сегодня. Чем же все это окончится? Чем же все это окончится? Вот, но у меня, но дело в том, что для меня эта песня тоже дорога. Во-первых, я неоднократно бывал в доме, в котором когда-то жил Юрий Левитанский, потому что там живет сейчас... В этой квартире живет сейчас поэт Дмитрий Антонович Сухарев, который написал стихи ко второй песне из этого фильма «Александр, город наш с тобой». Да. А музыку к обеим песням написал Сергей Яковлевич Никитин, с которым мы тоже очень хорошо знакомы. И вот, и я думаю, что вот каким-то образом я тоже вот к этой всей вот энергетике, к этой всей компании... Слушай, ну ты дал хорошую идею. Мне кажется, самое время вот эти предновогодние дни пересмотреть этот фильм «Москва слезам не верит». Скажи. Будет. Стоит. Да, стоит, действительно. Ну, дорогие друзья, я напоминаю, что мы готовимся к Новому году сегодня вместе с автором и исполнителем, руководителем клуба авторской песни Вячеславом Корсой. Но впереди у нас еще один сюрприз. Оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, к нам приехал еще один гость, еще один автор, исполнитель, известный музыкант Любовь Окунева у нас в гостях. Люба. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья. С наступающим праздником, с Новым годом, с Рождеством. Всех-всех всех благ. И скажи, пожалуйста, как готовишься к празднику? Мы вот тут со Славой, вот сразу расскажу, поем, рассказываем анекдоты. Может быть, ты нам расскажешь какой-то же новогодний анекдот? Ну, раньше вообще Новый год для меня был сущий кошмар, потому что, как для актрисы, это, естественно, была роль Снегурочки, просто неизменная на протяжении многих-многих лет, десятилетий. И, в общем-то, домой я зачастую вскакивала без 5:12, когда Дед Мороз при входе пытался с меня уже задрать костюм и бежать дальше. Вот. Ну, сейчас, когда уже полный дом детей, конечно, я стараюсь быть в это время дома. И дети ждут этот праздник. Они ждут даже не накрытого стола, и, может быть, даже не столько... Ну, подарков, конечно, ждут с Дедом Морозом. У нас непременно Дед Мороз должен появиться. Маша, которая сейчас 7 лет, написала Деду Морозу письмо и попросила у него подарить аквариум с рыбкой, с петушком красивым. Не знаю, вот как Дед Мороз исполнит. Интересно, да, выполнит, исполнит или не исполнит? Как в мешке можно принести аквариум? Ну, вот я думаю, что дедушка задумался над этим. Люб, ну ты же не зря пришла к нам сегодня с гитарой. Ну, исполни песню, вот, которая тебе кажется самой подходящей для такого. Конечно. Вот раньше очень много я участвовала в корпоративах и вела корпоративы эти новогодние. Одной из самых любимых песен на этих праздниках была песня, с которой в моей жизни тоже очень много связано. Во-первых, она появилась в год моего рождения. Или я появилась в год рождения. Этой песни. Это 1975. И прошедший год был у нас с этой песней юбилейный. Mm-hmm. И кроме того, я считаю, что эта песня такой очень хороший девиз для всех по жизни, для меня в первую очередь. Ну, песня известная, песня скорее всего. Песня очень да, известная. Что... И вот буквально 3 дня назад мы с мужем пересмотрели этот фильм. Я думаю, что вот с этого момента для нас и началось вот это предновогоднее настроение. Интересно, какой фильм и какая песня? Может, послушаем? Конечно. Сейчас будем гадать. Вы не просто послушаете, вы мне подпоете, потому что я считаю, что все люди постсоветского пространства знают эту песню. Дорогие друзья, присоединяемся и поем вместе с нами. Любовь Окунева на «Беларусь 4» какая-то суперизвестная песня. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки,
если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Слушай, какая актуальная и причем праздничная песня. Люба, спасибо огромное. Ну а теперь расскажи, как ты будешь встречать новый 2021 год? Ну, дети от меня ждут неизменного в семье Наполеона. Эта традиция повелась еще от моей мамы, какой бы Новый год ни был, там грустный, не грустный. То есть торт Наполеона — это коронавирусом, не с коронавирусом, торт Наполеона — это будет обязательно. Они помогают готовить его? Да, конечно. Уже вот старший Артем, он уже даже сам его может сделать. Вот я помню, Слава в том году, в канун Нового года, делился каким-то удивительным рецептом каких-то удивительных крылышек, ребрышек. Ты что-то придумал уже для этой новогодней ночи? Вкусное, необычное? Все, что я придумал, скорее всего, забракуют. Полезное? Потому что там все вкусное, оно же полезное. Ну, в любом случае, вы знаете, мне понравилась очень одна шутка такая новогодняя. Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. Традиция у нас такая. Это в противовес мужчинам, которые любят 31-го ходить в баню. Ну, я так понимаю, что любовь у нас обычно делает Наполеон, а Слава пытается приготовить что-то, что, может быть, вполне возможно утвердит супруга и дети, да? Ну, я попробую этот салатик сделать. Какой? Любимый салатик. Слоеный салатик с луком, яйцом, орешками, сыром, сметаной, майонезом. Вот. Такой слоеный. Кошмар. Ну, должно быть очень вкусно. Ну, а что? Новый год, конечно же. Но вот могут забраковать. Ну, дорогие друзья, вот вы знаете, хочется, наверное, вспомнить детство. Потому что Новый год – это все-таки праздник детства. И я вот смотрю на вас вот уже сколько, полэфира, да, и хочу понять. Дайте я буду предполагать. Угадаю или нет, кто из вас кем был на новогодних детских утренниках? Слав, я не знаю, ты был или зайчиком, или разбойником? Зайчиком был. Вспомни, был зайчиком? Так. Мальчики. Я был мелкий всегда такой, мельче всех остальных, поэтому я был зайчиком однозначно. Медведем там никогда хвостик, не был. Хвостик, ушки, да, вот да. Это все костюмчик вот был. Еще, я не был не разбойником, но очень похоже, я был котом в сапогах. Вот, и я был буратином. У тебя вот столько образов, да, все, да, такие, да, вот сказочные. Я, да, вот эти вот, я хорошо, хорошо помню, как у меня от носа его приклеили, и он отваливался, и я весь утренник держал. Слушай, вот как ты думаешь, Слава, Люба, она в каком образе была в детстве на утреннике? Вот если убрать снежинок, да, снегурочек. Это белочка кто? Или лисичка, что-нибудь такое. О, кстати, да, очень подошло бы. На самом деле, Люба, какой не был костюм? Не досталось мне ни белочка, ни лисичка. С костюмами в моем детстве было очень плохо. Поэтому я практически всегда была зайчиком. Но сейчас мы видим на фотографии Любу снегурочку, а не зайчика. Слав, ты можешь тоже посмотреть. Я вот... Да, вот такая я. А, это зайчик. Вот. Зайчик, да. Какие костюмы, обратите внимание, самошитые. Удивительно. А лица у детей перепуганные. Наверное, в ожидании Деда Мороза. Я страшно боялась Деда Мороза. Серьезно? Да, для меня это было очень серьезное посещение. Уж не знаю, не помню, родители не рассказывали сильно, я слушалась, не слушалась, но Дед Мороз боялась страшно. Я знаю, что у тебя в загашнике есть очень интересная новогодняя история, как раз-таки про... Да, про зайчика. Про зайчика, да. Расскажи, да. Я так смеялась, когда ее услышала впервые. Это было в начале вот 2000-х годов, то есть вот после
там, 1990-го, я не помню, 92-й, 93-й год, когда в театре уже, вот, уже без разрешения партии можно было хоть что-то поставить. И поэтому поставили новогоднюю елку по известному всем кинофильму «Приключения Маши и Вити новогодние». Ой, чудесное кино. Великолепный вот, там, да, Боярский, там песен века. Очень много, музыкальная сказка. И, естественно, мы играли ее не только в театре. Мы ездили куда-то там в колхозы, совхозы, школы нас приглашали. И вот пришел какой-то администратор, я, к сожалению, не знаю, откуда была женщина. И она сказала, вот знаете, вот, вот ничего вот этого не надо, всех вот этих вот там песен, котов, там леших. Вот у вас сколько человек в труппе театра есть? Так, так, так. Ну, человек 40, наверное, найдется. Говорит, вот ничего не надо, вот нарядите 40 человек зайцев. Дети любят, когда зайцы. Мы как представили всех наших заслуженных артистов. Я напоминаю фильм «Карнавальная ночь». Слушайте, что-то из этой оперы, знаешь. А сделайте так, будет весело. Я думаю, это был страшный сон администратора, потом уже... Вот так вот весело, дорогие друзья. Мы готовимся к встрече к Новому году. Я напоминаю, что сегодня на «Добром вечере» у нас авторы-исполнители. Это Любовь Окунева, Вячеслав Корса. Ребят, ну не могу вас не спросить. Вот для каждого из вас три вещи назовите, без которых этот праздник просто не может, ну не состоится. Это Слав. Ну, конечно же, елка. Так. Люба, придется тебе быть оригинальней. Три другие вещи. Сейчас. Конечно же... Вот у нас сейчас мы стали брать красное шампанское. Вот не белое, как обычно. Короче, шампанское. А шампанское. Так, шипучее, что-нибудь шипучее. Ну, так. Даже не знаю, что ну, еще. Ну ничего такое. Себе, весь твой Новый год, и все. Вот. Может... Ну, не оливье точно. Уже только... не оливье. Нет, 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 нет. 100%. Ни оливье, ни краба, ничего. Вот. Я думала, гитара? Гитара нет. Гитара, если потребуется, если попросят. Наверное, должен быть обязательно детский шум. Мы обязательно должны быть что-то шуметь. Да, мы должны обязательно что-нибудь вот... Вообще всегда было шумно. Всегда были... Мы всегда, когда детьми были, и потом у меня старший сын тоже был, мы тоже, когда с ним еще он был маленький, мы тоже все... Ну, всегда что-то было шумное. То есть обязательно елка, обязательно что-то шипучее, такое громкое, да, и детский шум. И детский отлично, шум. Любовь. Три атрибута Нового года для тебя. Ну, вот так вот отмели там оливье, вот Наполеон обязательно. Так, Наполеон, я уже сказала, отлично. Да. Почему Дед оливье? Это у Славы это не атрибут? Дед Мороз – это непременно. С песнями, плясками, танцами, играми, рисунками. Это для детей мы обязательно сами устраиваем целый такой вот праздник большой. Поэтому мы, наверное, в этом году так не пострадаем из-за карантина, потому что праздник у нас все равно состоится. А вы знаете, для меня Новый год – это еще и обязательное исполнение желаний. По крайней мере, мечты об этом. Вот, дорогие друзья. Ну и, конечно же, хорошая музыка. Я хочу спеть для вас песню. Я очень давно ее не исполняла, поэтому буду немножко подглядывать. Холода наступают всегда незаметно. Видно, нужен земле и судьбе перерыв. Как в пуховый платок обернулась планета. О тепле, о тебе, обо мне позабыв. Не грусти, все пройдет, быть не может иначе. Пусть остыли сердца и очаг не горит. Жизнь моя словно маленький солнечный мячик. Даже в стужу согреет холодные руки твои. Жизнь твоя словно маленький солнечный мячик. Даже в стужу согреет холодные руки мои. Далеко за Уральским хребтом мое счастье одиноко сегодня на горы глядит. Но твердит, ты себя береги, не печалься. Наши встречи и песни еще впереди. Не грусти, все пройдет, быть не может иначе. Пусть нечасто с тобой остаемся одни. Жизнь маленький солнечный
ночи. Даже в стужу согреет холодные руки мои. Жизнь моя словно маленький солнечный мячик. Даже в стужу согреет холодные руки твои. Убирают в домах новогодние елки. Бог ведь знает, что делаешь ты там вдали. Собираю в совок мишуру и иголки. Отправляю туда же сомнения свои. Не грусти, все пройдет, быть не может иначе. Пусть погаснут гирлянд новогодних огней. Жизнь моя словно маленький солнечный мячик. Даже в стужу согреет холодные руки твои. Жизнь твоя словно маленький солнечный мячик. Даже в стужу согреет холодные руки мои. Какие были душевные, замечательные новогодние праздники до появления телевизора и новогоднего огонька. Люди сидели, пели песни, играли на гитаре. Дорогие друзья, прекрасная идея для этой новогодней ночи. Может быть, у вас есть где-то гитара или сосед с гитарой? Почему бы, да, почему бы вот таким вот образом... Да, приходите в клуб авторской песни учиться, вот, кстати, играть про и петь клуб, под гитару. Про клуб авторской песни. Слава, не могу не спросить, каким был этот год для клуба авторской песни нашего Гомельского и вообще для наших музыкантов? Онлайновым. Онлайновым, как и для всех музыкантов. Ну, был, хоть был, и то хорошо. Мы даже смогли провести мини-фестиваль в этом году. В начале сентября мы в районе деревни Ларищево Добрушского района провели мини-бард-рыбалку. Вот совместно с рыболовным клубом гомельским, мы однажды уже были, да, с рыболовным клубом, да, здесь вот в этой студии, и вот мы решили, поскольку большой бард-рыбалки не было, мы решили маленькую нашу гомельскую динамию провести. Ты хочешь сказать, это было самое волнительное событие? Не то, чтобы оно было волнительное, но это было, наверное, такая совместная вылазка на природу. Оно было прекрасное, потому что была чудесная погода, была чудесная река. Мы в сентябре купались. И после всех этих сидений дома, да, во всей этой красоте мы наслаждались природой, пели песни, наслаждались общением друг с другом. Это Люба, а вот что лично вот для вас, вот, Слава, для тебя было самым волнительным моментом в этом году? Скажи, так ты очень сложно сказать. Для меня было волнительным то, что, наверное, то, что мы действительно, мы очень долго пыкались-мыкались по съемным квартирам. И вот, наконец, да, мы наконец осели. Поздравляю, в своем, кстати, замечательном, красивом, прекрасном месте, в окружении прекрасных людей. Ну, назови же это место. Это поселок Рассвет Добрушского района, где живут самые теплые, самые открытые, самые добрые, какие-то совершенно невероятные люди, с которыми, ну, настолько легко. Ну, видишь, как сразу... прекрасно для тебя, каким прекрасным был для тебя год. Люба, может быть, у тебя добрый, тоже Бруша Гомель. Расширили. Как человек, который, да, сюда вот переехал, недаром я спела арию московского гостя. Я знаю, что вообще белорусы, гомельчане очень открытые, очень, очень душевные люди. И я скажу, что я прихожу на работу в городской центр культуры. Для меня это вот каждое наше занятие – это праздник. Это встреча с дорогими прямо людьми, друзьями уже многими. Это наслаждение тем, что мы вот занимаемся, поем замечательные песни. И все равно я не могу не задать тебе вопрос, как женщине. Самая нелепая твоя покупка 2020. Что ты купила? То, что тебе не пригодилось, или, может быть, пожалела о чем? Пока Люба думает, Слав. Это сложно сказать, потому что я очень экономичная хозяйка. Да, то есть ты не делаешь такие нелепые покупки, нет? Практически нет. А ты можешь потратить все деньги, которые есть в кошельке, на новогодние подарки? Вот это могу, да. Вот это вот запросто, потому что... И очень часто получается, что я всем подарки покупаю, сама остаюсь без подарка. Слав, ты готов потратить? У меня была не покупка нелепая, у меня была нелепая непродажа. Ты что-то хотел продать? Я хотел продать старую машину взамен. Если хотел, значит, так и не получилось? Я не продал старую машину, у меня теперь... Короче, ты кого-то избавил от нелепой покупки. Да, я кого-то избавил от нелепой покупки. Ну что ж, дорогие друзья, ну, конечно же, еще раз хочется поздравить всех с наступающим Новым годом. И вот хочу напомнить, что сегодня вот в такой вот чудесной душевной компании мы готовимся к встрече Нового года с музыкантами клуба «Авторской песни». У меня в гостях Вячеслав Корс, у меня в гостях сегодня Любовь Окунева. И самое время послушать хорошую музыку.
по январскому ковру. Это посвящение любимой. По январскому ковру снега ветер унесет грусть. Где-то там на рубеже века я тебя не знал. Пусть, пусть моей мечте там где-то вздумалось меня ждать. Но случилось в нас то лето, чтобы мы могли знать то, что в нашей жизни все случится в самый подходящий срок. Запоздалый поезд мчится, мчится на восток, на восток. За окном мелькают полустанки, заметает путь пурга. Но ты еще не знаешь, как мне дорога, дорога. Если б я тебя знал раньше, сколько б не пришлось нам пережить обид, бед, фальши, только Бог решил сам. Сам решил и сам все взвесив, время повернул вспять. Подарил мне эту вот песню, что еще с меня взять? Знаю я, тебе сейчас не спится, ну а мне во всей красе. За окном рассветным серебрится Енисей, Енисей. Знаю я, тебе сейчас не спится, но мне во всей красе. За окном рассветным серебрится Енисей, Енисей. Ох, слушайте, ну почему я в свое время не взяла в руки гитару, не научилась вот так вот? Ну я подпеваю сегодня, уж извините, дорогие друзья, если делаю это не так красиво, как сегодняшние гости программы, но сегодня можно. Чё, потому что никогда не у нас поздно. Практически, да, практически канун Нового года. И да, действительно, для тех, кто хочет научиться петь, клуб авторской песни, играть, петь, пожалуйста, почему бы нет? В этом году у нас, в общем-то, новшество, потому что у нас появилось сразу вот несколько групп. И для студентов, и для более взрослых людей, старших. То есть люди хотят петь и да. играть Если на гитаре. Если человек хочет петь, аккомпанировать себе, добро пожаловать. Дорогие друзья, у нас впереди 2021 год. И я, конечно, не могу не спросить и вас, и гостей в студии. Чего ждем от Нового года? Люба, вот что ты ждешь от Нового года? Ой, хочется так, чтобы все были здоровы, наконец-то. Очень. Это, я думаю, что заветное желание практически Раньше мы его писали, всем желали, но никогда, наверное, не задумывались, насколько это, да... Может быть, вот так вот. Слав, за что ты поднимешь бокал? Да неплохо, чтобы вакцинировать начали уже. То есть за вакцину? Надо бы, да, уже как-то вот, ну уже тревоги, потому что я, например, за пожилых родителей очень переживаю. Почему? Мне очень как-то, я их оберегаю так, чтобы они ни в коем случае никак ни с кем не контактировали. Все равно страшно, поэтому угу. хочется, чтобы уже мы решили, наконец, в новом году вот эту нашу глобальную проблему 2020 года. Вы понимаете, дорогие друзья, вот сейчас мы говорим только об этом, а ведь на самом деле раньше мы всегда желали друг другу творческих успехов, новых концертов, благодарных Надо зрителей, любви, благосостояния. Да. Но давайте об этом тоже, конечно же, не забывать. Любовь, за что поднимешь бокал шампанского в новогоднюю ночь? За тепло, которое в наших домах храним мы сами. Знаешь, вот у тебя есть такая сегодня возможность для кого-нибудь вот, исполнить песню. Вот есть такой человек, которому бы ты хотела посвятить вот это вот такое предновогоднее свое исполнение? Конечно. Расскажи, конечно. Кто? Очень бы многим хотелось передать привет, и в том числе на мою родину, город Иваново, город невесты, родным и близким, и друзьям. Но, конечно, сейчас для меня самый близкий, самый родной человек – это мой муж Алексей. Я очень его люблю и очень хочу, чтобы вот эти отношения, которые у нас сейчас есть, мы сохранили и в следующем году, и на многие годы вперед. Я хочу исполнить песню, которую я написала, наверное, вот в ожидании этой самой любви, и хочу спеть ее именно для него. Thank you.
Всю ночь на акварель двора летит пух ангелов небесных, и в бесконечной серой бездне мерцают белые крыла. О, как прекрасен этот танец, сколь грациозен их полет, и только тот меня поймет, кто видел, как взлетает ангел. Да-ба-да-ба-да-ба-да. Подумай лучше о хорошем в такую ночь под Рождество. Смотри, как небеса чисты, там ангелов полночных стаи над городом твоим витают, заглядывая в наши сны. И снится нам, мы добредем из неизвестного далека до долгожданного порога, дойдем и дверь на ключ запрем, и заметет слепая вьюга двух путников и старый дом, и ангелы совьют гнездо на крыше нашего приюта. Да-ба-да-ба-да-ба-да. Твой сын недавно, ну, если можно так выразиться, тоже запел. Вот, кстати, волнительное событие ушедшего года. Это выпускной моего старшего сына Артема, на котором мы обнаружили, что ребенок обладает наш невероятным, интересным очень голосом. Ты не поверишь, но мы пригласили Артема сегодня на нашу программу. Вот такой новогодний сюрприз. Артем, проходите, пожалуйста. Добрый вечер, присаживайтесь. Ну, вы слышали дома, вы слышали сейчас в эфире, как поет ваша мама, да? Конечно. Но для начала в двух словах расскажите о себе, чем вообще занимаетесь по жизни. Ну, начнем с того, что я из-за мамы с рождения связан с музыкой. Я с рождения привык слышать звук гитары. Первый фестиваль его был в месяц. Он приехал на фестиваль в корзинке. Я помню этот фестиваль. Я тогда так, как раз... расскажи. Дело в том, что мы с Любой познакомились, наверное, двумя годами раньше в Раубичах. Да. Вот здесь. Когда первую книгу издал, я ездил по фестивалям, презентовал свою книгу. Я приехал на фестиваль в Иваново. Там такое урочище малинки было. В этих малинках проходил фестиваль. И я туда приехал с Сашей Макаренко, с нашим известным таким российским бардом. И я увидел в корзинке это вот такой вот маленький сверток. Ты приехал с Сашей Макаренко, у меня же тоже с кем-то должна была приехать. Вот, да. В общем, пока барды общаются, Артем, расскажите, чем вы занимаетесь по жизни, да? Ну, сейчас в основном это, конечно же, учеба. Так. Я вот закончил 11 классов, у меня не получилось поступить в медуниверситет, но... Ну, может быть, все к лучшему, да? Да, сейчас я на подготовительном отделении там, и в следующем году, думаю, поступлю. Все-таки будете в мед поступать или все-таки выберете музыку и творчество? Ну, смотря как повезет. Если я не поступлю в мед, то, скорее всего, буду поступать в психологию. Я считаю, что, в общем-то, все, что не делается в нашей жизни, оно не случайное. И, наверное, вот этот год ему дан для того, чтобы определиться, найти в себя. Все-таки хочет он пойти в медицину или все-таки вот он начнет певческую свою карьеру. Ну, я смотрю, у мамы гордость и некий трепет все-таки. Да, как для меня это еще очень непривычно, что он поет, потому что это действительно было открытие. Потому что когда на выпускном вот мы услышали его, да, я посмотрела на своего мужа, он сказал, это фонограмма. Вот я так понимаю, у вас уже существует такой семейный дуэт, вот, да? Ну, мы пробуем. Ну, еще не совсем, но мы пробуем. Так попробуйте что-нибудь вот прямо сейчас в эфире для наших зрителей. На самом деле, да, и Артем только начал свое обучение вокальное. Ты, Слав, слышал уже, как поет Артем?
Ну да, мы даже попробовали немножко. Да. Так, может быть, вот сейчас что-нибудь для нас вместе? Давайте попробуем. Ну, это фактически давайте, импровизация будет. Это будет импровизация, да. Чистая. Так, попробуем. Призрачно все в этом мире бушующе. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой вряд ли сердце обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать или беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Сейчас свидетелями того, как клуб авторской песни открывает новые звезды. Да? Вот не побоюсь этого слова. Ребят, спасибо вам огромное. Вот мы готовимся к Новому году. Я прям так растворилась в этих людях, дорогие друзья, в этой музыке. И вообще, и хочу вам посоветовать того же. Так что берите гитару и готовьтесь к встрече Нового года. Самый такой трепетный момент – это пожелание. Вот давайте начнем с молодого. Артем, что пожелаешь своим сверстникам, может быть, старшему поколению в новом году? Побыть курантов так вот, так. Да, самое да. Заветное. Ну, конечно, я бы пожелал то, что я хотел пожелать бы себе. Конечно, больше хороших моментов в жизни, они, естественно, очень важны. Из них состоит вся жизнь. Ну, спасибо. Мудрое, да, Слава, такое пожелание. Люба, вот что добавите? Вот у вас есть такая возможность сейчас вот поздравить всех гомельчан, всех-всех-всех, кто вот сейчас смотрит нашу программу, с наступающим Новым годом, с Рождеством. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году мы были все вместе, помогали друг другу, потому что если вспоминать давние годы, которые пережили наши родители, наши бабушки, посмотрите, как им тяжело жилось, но они помогали друг другу, делились самым-самым вот... Да. Сокровенным, даже куском хлеба, можно сказать, делились. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами все были вместе. Слава. Я думаю, хотелось бы, чтобы мир становился гармоничнее. Вот этот 2020 год, который сейчас будет провожать, не чокаясь, можно сказать, да, чтобы вот в следующем году... Вот, пожелать действительно, чтобы как-то все устаканилось, как-то стало, потому что все настолько какой-то раздрай пошел везде и всюду, вот чтобы этот раздрай, чтобы это броуновское движение постепенно утихло, и каждая, вот знаете, как слоеная, это вот смесь слоеная, она должна стать вот смешанной, стать какими-то, по своим слоям распределиться все, стать на свои места, чтобы как-то в этом мире все стало на свои места, потихонечку начало становиться. Этого сейчас очень не хватает. Все равно хочу повториться, вот чтобы... Больные поправились, а здоровые, чтобы не болели.
Дорогие друзья, на самом деле, конечно, есть ситуации, которые не зависят от нас, да, но в большинстве случаев все в наших руках. Поэтому, наверное, давайте начнем с маленького, давайте начнем мечтать. Верить. И самих себя. Да, да. И посмотрим на себя, действительно, что мы можем сделать. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я хочу действительно пожелать всем счастливого, счастливого Нового года и Рождества. Пожелать вам новых творческих успехов, новых песен, видеть вас в нашей студии. Конечно же, неиссякаемого здоровья. Ну и сейчас у нас будет удивительная песня, которой ну, мы завершим сегодняшнюю программу. Это песня для добрых людей, про добрых людей. Поэтому, наверное, все всем добрым людям радости, счастья и всех-всех благ. С наступающим, дорогие друзья! У хороших людей зажигаются яркие елки. У хороших людей за столами тепло и светло. Нехороших людей уже скушали серые волки. И следы тех волков новогодней пургой замело. По веселой земле ходят добрые Деды Морозы. Из огромных мешков непрерывно подарки дарят. Разноцветными бусами сделались детские слезы. И на лапах еловых нарядно и ярко горят. И не то, чтобы пьян, но шампанского брызгами взвинчен, произносит хозяин научно-разбойничий тост. И смеется в ответ со стены Леонардо да Винчи, словно самый ученый на этой земле Дед Мороз. Прославляю тебя, новогодняя пестрая полночь, серпантины твои, не шуру конфетти и конфет. А когда мы устанем, придет неизменно на помощь незнакомого года загадочный первый рассвет. Потускнеют к утру огоньки на притихнувшей елке, и свое отгостив, я на первый троллейбус уйду. Нехороших людей уже скушали серые волки, и следы тех волков замело еще в прошлом году. Нехороших людей уже скушали серые волки, а хороших людей мы увидим всех в новом году.